Друзья, всем привет! Меня зовут Лили Халиуллина, я лидер компании Siberian Wellness. Сейчас я вот приехала в офис, сижу в офисе, посмотрите. И я забрала заказы своих клиентов, еще купила, смотрите, новинки купила. Сейчас хочу немножко вам рассказать о каждом продукте, очень коротко буквально. Давайте, хочу вам рассказать. Какие классные продукты есть в нашей компании, которые помогают оздоравливаться и быть красивыми, молодыми и всегда держаться, так скажем, на плаву, чтобы никогда не болеть. Как моя семья, например, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Но мои дети, моей дочке 5 лет, а сыну 8 лет. Сын ходит на кружки, бассейн, школу. То есть у них нагрузка колоссальная, конечно. Они очень много всего посещают. Они всегда среди множества скопления людей. И мои дети, тьфу-тьфу-тьфу, ходят беспрерывно из садика в школу и не пропускают занятия, что очень, конечно же, радует. И это все благодаря компании. Вот Siberian Wellness, наши продукты. Что помогает поддерживать моих детей иммунитет? Это в первую очередь, конечно, работа, налаженная работа микрофлоры кишечника. Для этого я всегда держу в своей аптечке Elbifit Probiotic. Мы его не пьем постоянно, на постоянной основе, но как только начинают сопливить мои дети, вот недавно мой сын начал ходить в бассейн, и, наверное, адаптационный период начался, он начал сопливить. Я ему сразу дала Elbifit, Бараги Амарант, его у меня сейчас тут нету, но он примерно вот так вот выглядит. Бараги Амарант, капсулы, дальше Новамин N, и что вы думаете, на следующий день все прошло. Вот. А до этого, до знакомства с компанией, мои дети прямо расклеивались, заболевали, лежали с пластом, с температурами, кашлем. То есть проблем было много. Я постоянно бежала в аптеку за очередной порцией лекарств. И вот так вот я пичкала их лекарствами. И, конечно же, у них портилась микрофлора их кишечника. И вот эти болезни, что самое плохое от аптечных, они возвращались вновь. Болезни возвращаются вновь, потому что они не долечиваются до конца. И аптечные препараты, они убирают только симптомы. А вот то, что мы испортим, то, что мы испортили их организм вот этими аптечными препаратами, да, естественно, их уже никто не восстанавливает, мы их отправляем так в школу, и как бы все, вот этот порочный круг, из этого порочного круга уже тяжело выйти. Дальше давайте покажу еще вот такой сиропчик для иммунитета, вот такой иммунотопс, он абсолютно без сахара, натуральный. Он сейчас идет по акции 290 рублей, его купили все мои клиенты, у которых есть маленькие детки. Если ребенок начинает заболевать, Новамин N можно растворить вот в этом сиропе с водой и выпить. Вообще очень классная смесь получается, эффективная. И дети очень быстро восстанавливаются. Дальше покажу вам вот такие наборы. ИПАМ 96 и медвежий ушки. Классный набор для мочеполовой системы. При недержании мочи, при цистите, если вот какие-то воспаления до мочеполовой системы, воспаление почек, разные, что еще, вот этот ИПАМ 96 убирает разные зависимости, кстати, алкоголем, от курения помогает, вот, поэтому если у вас есть проблемы такого рода, да, и с мочеполовой системой, пожалуйста, вот, попробуйте и получите свои шикарные результаты, точно вам говорю. Также при энурезе у детей бывает, да, частенько у маленьких. Вот, ИПАМ 96, пожалуйста, и с медвежьими ушками. Медвежьи ушки, кстати, можно беременным тоже. У них часто бывают анализы плохие в моче. Вот часто бактериурия встречается. Вот, поэтому вот этот препарат им тоже можно. Дальше, раз
наш разговор зашел о мамочках и о беременности. Вот такой комплекс «Мама Бокс». Здесь полный спектр витаминов, очень богатый. Для декретности у нас вот «Мама Бокс» есть три вида. Для беременных отдельно, для кормящих еще есть витамины. Вот так он же выглядит. И вот эта «Мама Бокс», которые уже перестали кормить грудью, но у них, например, не хватает сил, энергии, они истощены, они уставшие выглядят, да, постоянно, потому что с детьми постоянно бегают туда-сюда. Если еще не один ребенок, да, их несколько. Вот, чтобы восполнить свои силы, пожалуйста, принимайте вот этот комплекс. Врачи даже назначают их мужчинам, чтобы, ну, потому что там есть все витамины абсолютно. Дальше вот такие порошочки, волшебные порошки мы их называем. Это порошок топинамбура, природный инулиновый концентрат. Он помогает при сахарном диабете, он регулирует углеводный обмен, снижает сахар, снижает холестерин в организме. Поэтому его прям на нем мои клиенты сегодня только делились в моем клиентском чате, что от него похудели. Похудели на 2-3 килограмма буквально без диет и без спортзала. Представляете, девочки? Он является у нас инулином, пребиотиком, пищевые волокна имеет в составе. Также есть топинамбур, у нас содержит в составе много витаминов, минералов, кальций, кремний, магний. Вот, его очень любят, я тоже его люблю, принимаю за 30 минут до еды натощак. Вот, дальше поговорим про наши суставчики. Вот такие бальзамы «Живокост», 2 штуки заказали. Они классно убирают боли. В составе хондроитин, глюкозамин, экстракты окопника и бодяги. Вот. Намазывайте чем чаще, тем лучше. И утепляйте обязательно, что-то надеть, шерстяные там носочки, на колени, наколенники надевайте. Если на колени мажете, очень классно убирает боли. Моя мама их обожает. На спину тоже можно, если остеохондроз беспокоит, если спина болит, мышцы потянулись, да, вот продуло шею, вот при всех таких случаях. Покажу вам вот такую мелоту, милая такая новиночка. Привезли буквально недавно. Лимитированная серия, на Новый год привезли. Варежки такие, да, с этим. Для девочек вообще идеальный такой подарок, красивый. Крем для смягчающий. Он такой маленький, 50 миллилитров здесь. И делает кожу рук гладкой и нежной. Я вот это купила своей дочке. Пусть она приучивается ухаживать уже за собой с 5 лет. Нам 5 лет. Дальше. Вот такая омега-3, северная омега-3. Про нее уж много говорить не буду. Мы все знаем, для чего она нужна. Для мембран наших клеток, для работы мозга, для иммунитета. В общем, для всего. Омега-3 в нашем организме должно быть правильное соотношение омега-6 и омега-3. Если омега-6 будет больше в нашем организме, то у нас развивается воспалительное заболевание, друзья. А омегу-6 мы кушаем из еды. Поэтому омега-3 к нам редко заходит в организм. Дальше. Новинки наши очень вкусно, обалденно пахнут. Прям не передать. Очень-очень вкусненько. Вот, с бамбуковым углем, экстрактами водоросли. Они бережно очищают, смягчают, улучшают кожу. Мыло внутри тоже черное. Вот такие стильные мыла. Особенно у кого ванная будет в черном стиле, в белых черных тонах. Вообще идеально будет такое мыло. Дальше вот такая новиночка, крем для бритья. Мы такое еще не пробовали. Написано с магнием, железом, маслами ши и кокоса. Вот, нужно будет попробовать своему мужу купить. Вот. Дальше. Хром-липаза. Хром-липаза здесь 60 капсул. Он стоит 770 рублей. Хром-липаза у нас регулирует углеводный обмен, убирает тягу к сладкому. Если вы сладкоежка, мечтаете похудеть, но никак не можете убрать сладкое из своего рациона, попробуйте вот эту хром-липазу. Нужно пропить не меньше одной упаковки, это точно, одну упаковочку, потом еще вторую бутылочку рекомендую, и тогда результат обязательно к вам придет. Вы будете равнодушны ко всем конфеткам, ко всем булочкам, и еще притупляет, кстати, аппетит. Вот. Если хотите худеть, если хотите отрегулировать свой
углеводный обмен, если инсулинорезистентность, например, если еще диабет есть, то прям показано вам вот этот продукт по одной капсульке. А вот этой упаковки хватает на 2 месяца, друзья. Синхровитал 6. Синхровитал 6 – это хронобиологическая защита суставов. Здесь 60 капсул, хватает его на месяц. Разработан с учетом биоритмов человека. То есть есть внутренняя утренняя формула и вечерняя формула. Здесь в составе у нас кора белой ивы, что очень классно убирает воспаление из суставов, выводит метаболиты, укрепляет хрящевую ткань. То есть, друзья, обратите внимание, здесь в составе гликозамин, хондроитин, все, что нужно для наших суставов, питание отличное. Дальше давайте альфа-липоевая кислота. Его используют также диабетики, он регулирует тоже углеводный обмен, поэтому я его, если диабет, то рекомендую вот так в комплексе пропивать, да. Вот. Мощный антиоксидант, он поддерживает метаболизм, ускоряет его. Также для худеющих его рекомендуют. Поддерживает выработку энергии, защищает клетки от митохондриальной дисфункции и предотвращает преждевременное старение. Вот, поэтому, друзья, пробуйте, рекомендую. Дальше, витамин С и рутин. Вот такие два препарата меня заказали для укрепления ваших сосудов. Если ваши сосуды будут эластичные, друзья, вам не будет страшен никакой высокий, например, холестерин. Вот, потому что холестерин у нас, холестериновая бляшка откладывается там, где сосуды у нас уже поврежденные. Поэтому за состоянием сосудов всегда нужно следить. Вот, рекомендую вот такой. Бывает такое, да, что у моего сына была проблема кровотечения из носа. Укрепляет стенки сосуда, если такие проблемы есть у ваших детей тоже. Дальше. Продукции много, не наговорить. Магний. Магний у нас минерал спокойствия. Под стрессом у нас живут абсолютно все. Если мы испытываем стресс, магний в организме сгорает моментально, очень быстро. А он, между прочим, участвует в более 300 обменных процессах. Вот. Поэтому, учитывая это, магний нужно пропивать курсами обязательно. Женщинам после 40 обязательно, даже на постоянной основе. Он выводится из организма очень быстро. Используется для всех наших органов и систем каждый день. Друзья, у меня иногда спрашивают, зачем пить витамины каждый день? Я говорю, у вас организм каждый день работает, сердце бьется каждый день, каждую секунду, даже не каждый день, каждую секунду обменные процессы проходят, биохимические реакции проходят в организме каждую секунду. Вот и подумайте, почему вам нужно каждый день пить витамины. Вот. Дальше. Вот такие новиночки, я их еще не пробовала, обязательно попробую, вам расскажу. Скраб для тела, какао и цитрус, ну я уже прям представляю, что они очень классные, обалденные. И цитрус, пихта, представляете, с пихты гель для душа. Как подарок, смотрите на Новый год, как классно смотрится вот этот подарок. Жалко, очень жалко, что это лимитированная серия, и после Нового года она кончится. И на 8 марта, возможно, выйдут новые какие-то линейки. Вот так нас радует, балует наша компания. Смотрите, что у нас, какая новинка появилась, друзья. Мелатонин. Это для нормализации сна. Дальше. Грифония. Многие, наверное, из iHerb слышали про семена грифонии. И здесь вот в этом продукте он как раз-таки есть. Если вы плохо спите, если у вас бессонница, не можете просто уснуть утром, просыпайтесь разбитыми, попробуйте вот этот продукт. Если еще с магнием будет, это вообще будет шикарно, отлично. То результаты к вам придут очень быстро. Так, про здоровье вроде закончили, да? Вот у меня один продукт остался для нашей красоты. У нас очень большой ассортимент за уходом за лицом. Вот эта линейка Эксперальта Платинум, по-другому это интеллектуальная линейка, потому что она очень классно ложится, работает с любым лицом, будь то жирный, сухой, разного типа, если наше лицо, да, смешанный тип, вот, на каждое лицо ложится обалденно, идеально. Это у нас обновляющий, выравнивающий пилинг для лица. Пилинг выравнивает тон лица, убирает мелкие морщинки, в общем,
Вот такой. Он еще такой большой. Здесь сколько у нас? 200 миллилитров. Хватает его надолго. Экономично. Потом еще вот последний мне продукт остался. Это у меня питательный коктейль. Здесь качественный белок, растительный белок и пищевые волокна. Он подходит для веганов. Здесь для веганов подходит, да, это источник белка, клетчатки, правильно, жиров. И для тех, кто придерживается веганского, вегетарианского рациона. Вот, вкус шоколада, кофейный, с кофейными нотками. Вот. Здесь у нас вкусов несколько. Это один из вкусов. Вот, кто любит шоколад, кофе и все шоколадное такое, вот рекомендую вот такой белок, если у вас есть дефицит белка. И если вы, кстати, находитесь на похудении, сидите на диете какой-то, да, диету, конечно, я сидеть не рекомендую. Диета – это замкнутый круг. Вы все равно сорветесь и вернетесь к своим килограммам. Вот, поэтому можете ужин заменять вот таким коктейлем, и вообще будет прекрасно. Ваш вес будет снижаться. А к нему добавьте еще хромлипазу, альфа-липоевую кислоту, а вот еще и ПИК, то будет вообще бомба для вашего похудения, для вашей фигуры, да и для вашего организма, для оздоровления в общем. Ну вот, друзья, вот еще чай остался, смотрите, чай для печени, или я рассказала, я не помню, я уже несколько раз рассказываю на видео. Вот, фиточай для печёночной защиты, если жировой гепатоз, если какие-то проблемы, если антибиотики пили, опять нагрузка на печень, если какие-то лекарства пили, нагрузка, да, на печень. Печень всегда нужно поддерживать извне, вот, организм самовосстанавливающаяся система, но в нашем современном мире он уже не справляется самостоятельно. Нам нужно ему помогать. Друзья, это были все продукты, которые у меня заказали клиенты. Я вам про все рассказала. Смотрите. Если у вас остались вопросы, пишите мне. Я помогу вам оформить со скидками. Делаю подарки. У меня розыгрыши в команде. Вот. Если хотите попробовать продукцию, пишите. Вы не пожалеете. Ни в коем случае не пожалеете. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. И до встречи.